Уважаемые зрители, я бы хотела вам сказать, что все товары, которые я показываю в своих видео, это не реклама. Я приобретаю все за свои личные средства. Я их тестирую и хочу с вами поделиться опытом работы с этим материалом. И надеюсь, что кому-то будет это очень полезно. Кто-то посмотрит и подумает, нужен мне этот товар или не нужен. Всех приветствую у себя на канале. Это рукодельный канал «Красивое тепло». Меня зовут Ольга. И в сегодняшнем видео у нас будет распаковка. Я вам покажу, какую пряжу я получила. Посмотрим цвета, составы. Также у меня есть небольшая покупочка спиц. Я оставлю свой отзыв о этих спицах. Я поработала около месяца и поняла, что они мне очень понравились. Я знаю, что эти спицы продаются в наборах. И вы можете таким образом посмотреть мой отзыв и решить для себя, нужны вам эти спицы или нет. Также вы можете приобрести такие спицы одинарные, посмотреть, потестировать и потом уже покупать только набор. Я наборы никогда не покупаю, не потестировав одну пару спиц. И вам рекомендую также. В свое время мне очень помогли такие ролики, отзывы о продуктах. И благодаря им можно понять, нужна тебе такая пряжа, нужны тебе такие спицы, или все-таки можно воздержаться от этого. Если вам нравится такой формат видео, оставайтесь со мной, продолжайте смотреть. Приятного вам просмотра! А у меня сегодня опять распаковочка. Я получила новую пряжу. Мне поступили заказы, поэтому я быстро заказала пряжу. В предыдущей распаковке я вам показывала уже такую пряжу. Дозаказала один моточек. Из такой пряжи я уже связала шапочку. На моем канале есть мастер-класс подробный. И заказала еще белую пряжу, так как она всегда ходовая у меня, поэтому я заказала, видите, с разными этикетками. Это из разных магазинов. Белая пряжа – это один магазин, а бежевая и вот эта пыльная, ягодная – это другой магазин. И из этого магазина я еще заказала, мне поступил заказ на изделие ярко-желтого цвета. И я заказала пряжу, и сейчас вам ее покажу. И что? Что вы видите перед собой? Какой цвет? Ну, точно не ярко-желтый. Вы представляете? Мне перепутали цвета пряжи. Я так бежала домой, чтобы посмотреть, какого же цвета этот ярко-желтый. Прихожу, открываю посылку, и вы посмотрите, ну что это? Нет, ну я не спорю, это очень красивый, нежно-голубой, такой небесно-голубой цвет. Я очень люблю такой цвет, но вы понимаете, заказ-то у меня был на ярко-желтую. Ну вот,
Отправлять, конечно, обратно я не буду, оставлю себе эту пряжу. И ярко-желтого цвета я, конечно же, дозакажу. Пряжа, конечно, великолепная, цвета очень красивые. Эти цвета натуральные. Подробнее о цветах в этой пряже. Это вот такой бежевый, светло-светло-бежевый. Номер цвета на упаковке не пишут. Единственное, что вот опять я заказывала в том магазине, они также пишут, стали писать на русском. Пряжа пух норки, длинный ворс. Но состав все-таки пишут на английском. Ну, здесь что-то такое интересное в составе. Можете сами прочитать. Озвучивать я не буду. В моточке 50 грамм, 350 метров. Пыльно-ягодный. Вот такой. В камере он передается хорошо. К сожалению, нету номера на упаковке. Чисто белый, он прям действительно белый цвет, без желтизны и голубой. Также на упаковке нету цвета. Состав можете сами увидеть. Цвета передаются на экране очень хорошо. Очень красивые все цвета. По пушистости. Ну, в моточках пока ничего не видно. Нужно вязать изделие и смотреть. Ну, когда раньше я заказывала, пряжа была уже в моточках пушистая. Все-таки уже качество пряжи другое. Начали, видимо, химичить, добавлять меньше пуха. Поэтому изделия будут не пушистые. И в предыдущей распаковке я вам говорила, что я жду еще одну пряжу, чтобы смиксовать с той пряжей, которую я получила ранее. И смотрите, что я получила. Вы только посмотрите на эту красоту. У меня два цвета. Это вот такой, я не знаю, золотисто-бежевый цвет. Очень красивый. Это пайетки на ниточке хлопка. Ниточка достаточно толстенькая. Пайетки здесь 3,6 миллиметров. И очень они красивые. А это стальной цвет. Вы посмотрите, как они переливаются вот на солнышке. Вот я уже попробовала их провязать немного в образце и скажу вам, что очень трудно их вязать. Пайетки запутываются, не проходят через петли. Я задумала один проект с пайетками,
Но я не знаю, как я его, конечно, воплощу в жизнь. Буду пробовать. Ну, образец мне нравится. Эти пайетки в образце я уже постирала. Они не облезли. Краска у них стойкая. Блеск остался. В общем, я пряжей очень довольна. Цвета великолепные. Еще также я вам хотела показать мое последнее приобретение. Это спицы от Knit Pro Zinc. Это укороченные спицы для вязания шапочек. У меня размер 3,5, леска 40 сантиметров. В руке они ложатся очень удобно. Я вяжу на них шапки, уже протестировала их и очень довольна. Стыки просто восхитительные, нет ни одной зазубринки. Скольжение я вязала меринос, мохир и альпаку, вообще просто отличное. Если кто еще не знает, какие выбрать спицы для вязания шапок, попробуйте. Мне очень понравились. И, конечно же, из пуха-норки у нас будут новые мастер-классы. Подписывайтесь на мой канал. Если вы еще не подписались, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ставьте лайки этому видео, пишите комментарии, пишите свои вопросы, если у вас возникли вопросы. Я обязательно на все отвечу. И, конечно, заглядывайте на мой канал. Там уже есть много мастер-классов из пряжи пух-норка. Я надеюсь, что вы что-то для себя там найдете полезное. Ну, а я с вами прощаюсь. Желаю вам ровных петелек. До новых встреч. Пока-пока.